Привет, дорогие мои друзья. Да-да, это я, Нейзи. И как вы уже могли понять по названию ролика, да, я буду рассказывать о стрёмных приключениях. А, собственно, что там было, да, вообще, в общем. Это был такой летсплей-загадка. То есть, нестандартный вид летсплеинга, с частичкой ролеплея, всего такого. То есть мы как бы отыгрывали роль, как знаете, в каком-нибудь дешевом сериале с маленьким бюджетом. Ну, например, с бюджетом $10. Не знаю. Наш бюджет составлял детское шампанское, подгузники, вторые подгузники и гаст, который заорал в конце, от которого я испугался. Да, вот весь наш сюжет, бюджет и его фонд. Всего лишь $9, да. Вот, именно столько мы вложились на стрёмные приключения, но получили намного больше. А получили мы удовольствие. Конечно же, удовольствие. Конечно же, зрительскую симпатию. И симпатию к продолжению этого дела. Да-да. То есть, стрёмные приключения закончились, но мы будем делать еще всякую всяческую фигню. И да, если вы не видели предыдущую, видео «Стрёмные приключения. Финал», а это очень-очень эпичное видео, то обязательно посмотрите. Обязательно. Просто вот сейчас вот бери... Не, если ты не смотрел, то... Вернее, если ты смотрел, то можешь ничего никуда не идти, а вот если не смотрел, то... Я тебя накажу, мой друг. Это плохо. Ну или подруга, я не знаю, кто тут у меня смотрит. Да, некоторые писали, что вы пользовались читами, да. В одной серии чертов Эмеральд, идиот, все-таки воспользовался читами, взяв себе 64 доски, но, господи, он идиот. Идиот, просто, зачем было читрить? Я не понимаю. Я у него спрашивал, он такой, ладно, всего-то один раз. Хотя первый раз, Ладно, я не буду это говорить, все-таки это плохие слова. То есть мы будем продолжать, да? И причем мы не только одни с Эмеральдом, а с нами будет кое-кто еще один. А кое-какой персонаж, вам он очень понравится. Да, вам он очень понравился. Понравится, господи, я заговариваюсь уже под вечер. 0:36 все-таки. Вот такие дела. Продолжение будет. И оно близкое, друзья мои. До скорого. И да, stay flag. Все очень скоро.